сьогодні ми з вами вже починаємо дуже активно готуватися до відпустки. І як же нам з вами поїхати до відпустки, не взявши з собою купу речей? Для цього нам обов'язково потрібна валіза. Але, ви знаєте, на особистому досвіді можу сказати, що з валізою реально купа проблем іноді відбувається. То в мене колесо відвалиться, то в мене десь я його там, я не знаю, порву. Ну, щось таке буває. Тому треба дуже підійти прискіпливо до вибору валізи. Задля цього ми запросили до нашої студії експертку з вибору валіз Ольга Знахуренко в нашій студії. Вітаємо вас, пані Олю. Доброго ранку. Давайте ви нам все ж таки допоможете та й нашим телеглядачам, як правильно обрати валізу, щоб вона прослужила нам як можна довше. Ну, я хотіла, доброе утро, хотіла би почати все-таки з категорії людей, которые готовятся к отпуску заранее. Почему мы всегда приветствуем заранее? Потому что есть много вопросов, которые нужно задать человеку. Цель поездки, то есть цели бывают разные. Бывают бизнес-поездка, бывают экстремальные поездки, бывают поездки семейные. То есть для чего это всегда вопрос такой существует? Нужно определить размер чемодана. То есть изначально это размер чемодана. Чемоданы имеют сетку размерную, как и в одежде, и в обуви. То есть основные три размера. Начнем. Первый размер – это самый маленький, самый востребованный. Он в основном используется для кратковременной поездки и для ручной клади. Сейчас очень активно стали перелеты на 2-3 дня в Европу, поэтому очень есть чемоданы, которые вообще новые пришли в этом году, это для лоукостов. То есть они, можно положить его под сиденье переднее в самолете. Есть чемоданы, которые немного больших размеров. Очень сейчас скрупулезно нужно относиться к авиакомпаниям и требованиям авиакомпании, если все-таки это маленький чемодан, и он используется по тем нормам, которые авиакомпания оговаривает в условиях перелета. Поэтому вот на этот чемодан и на этот размер мы всегда акцентируем внимание, всегда уделяем очень много времени для того, чтобы человек понял, что он хочет. То есть кроме размера он должен быть легким, этот чемодан. Поэтому вес чемодана всегда нужно уделять внимание весу чемодана. Как можно меньше будет вес чемодана, соответственно, человек может положить как можно больше вещей. Потому что ограничения по весу тоже очень жесткие. Там минимальный, по-моему, 7 килограмм, потом 8 для премиум-класса, 12. Так, это зависит уже от того, важкий валізи, тобто це конструкція і размер, і що це за тканина ще буде обтягнута? Ні, от ткань не має значення. Тобто ткані ми немножечко попозже. Зараз я закінчу з розміром, тобто середній чемодан. В основному використовується для одного чоловіка, якщо поїздка більш довгосрочна, щоб туди можна було положити сувеніри. Ці чемодани, вони здаються в багаж, або ж там вони поміщаються в поїзді, полку, то есть все размеры изготовителям адаптированы для удобного переезда. И, как правило, мы рекомендуем, даже если это идет семейная поездка, то каждому члену семьи брать именно средний чемодан, чтобы это было отдельное пространство, и девочки положили то, что они считают нужным, а мальчики туда, значит, не вмешивались. И третий размер чемодана – это большой семейный чемодан. Ну, как правило, мы его предлагаем, когда семья, маленький ребенок, то есть берут памперсы какие-то определенные, там, свои, пока своим критериям. Или же это зимний вид отдыха, когда нужно много снаряжения. Да. Поэтому большие чемоданы. С размерами разобрались. Теперь нужно четко определить все-таки, какой будет чемодан. Они бывают двухколесные и четырехколесные. То есть двухколесные чемоданы мы предлагаем обычно экстремальные условия. То есть где-то бездорожье, где-то какой-то вот вы будете долго идти с этим чемоданом. Но нужно учитывать такой нюанс, что основная нагрузка при перевозке двухколесных чемоданов ложится на руку, и это немножечко тяжелее для транспортировки. Четырехколесный больше универсальный, но его трохи важче носить. Ну да, есть четырехколесные чемоданы, они распределяют нагрузку чемодана и вещей, которые там находятся,
і вони були маневрені з ними. В теорії, якщо, як ви кажете, у першому випадку бездоріжжя, то тут у нас чотири просто вертикально, він самотужки фантастично їде. А от якщо два колеса, то реально треба трошки поднапружитися. Є, да, універсальні, я хочу закінчити ще чемодани, у яких задні колесики, вони більше в діаметрі більші, а передні менше. Тобто його можна використовувати і як двохколесний, і як чотирьохколесний чемодан. Тепер все-таки вернемся к материалу. Значит, чемоданы бывают тканевые и бывают пластиковые. Пластик, он идет изначально подороже, тканевые немножко дешевле. Но тут существует такой момент, что пластик, он бывает нескольких видов. То есть бывает самый прочный, это полипропилен, поликарбонат и АБС. То есть АБС – это вот самый дешевый пластик в соотношении цена-качество. Тут надо смотреть, они, если чемодан все-таки подвержен броскам и механическому воздействию, когда мы не предоставлены чемодану, а чемодан нам, и наши чемоданы кидают в аэропортах, это все, все видят. Поэтому лучше, конечно, не мелочиться и взять чемодан немножечко подороже, но он будет долговечней и не омрачит вашу поездку там, поломкой или какими-то неприятностями. Тканевые чемоданы, они тоже изготавливаются из материалов полиэстеров прочных и водонепроницаемых. То есть тут можно смело брать тканевый чемодан. В каком плане мне нравятся тканевые чемоданы? Тканевые чемоданы на сегодняшний момент имеют дополнительные молнии на увеличение. То есть он более практичный. Если вы там какие-то сувениры купили в дороге, можете не заморачиваться, класть смело и расширять его объем до допустимых. У них есть дополнительные кармашки. То есть если вы где-то чего-то салфетку влажную куда-то засунули, не надо будет вскрывать полностью весь чемодан. Плюс таких легких, вот как тканевые чемоданы, пластик практически, ну, очень-очень мало, и цены у них довольно-таки высокие. Поэтому лично я люблю и предпочитаю тканевый чемодан, потому что он практичный. Да, может быть, он не такой красивый, как пластик, потому что на сегодняшний момент пластик и очень красивый. Даже яскравый. Очень. Ну вот по поводу яскравости я тоже согласна, потому что чемодан должен быть яскравым. Он должен быть... Не кричать про то, что я еду в отпуску. Ну, это одно, а вот из практичных соображений все-таки на ленте видно, когда это ваш чемодан, багажники, автобуса видно, и он менее подвержен, тут же еще возникает вопрос безопасности. То есть мы в дороге все-таки должны думать о безопасности своей, своих вещей, поэтому яркие чемоданы меньше воруют. Ще у нас є кодові замки зараз, стало кодові дуже замки, популярним. Да, тоже, ми вже переходимо к розділу безпечність, тому що кодові замки, вони присутствують на самих чемоданах, як правило, вони встроєні. І є віддільні замочки, які ми використовуємо, вішаємо, там молнія, вона приспособлена для того, щоб повісити цей кодовий замочок і захистити його від воровства. То есть есть чемоданы, которые премиум-класса, обращаю внимание, очень много вопросов. Присутствует еще такой международный замочек, который существует для таможенных служб. То есть в случае обнаружения где-то в багаже чего-то там не понравилось таможенным службам, они могут своими ключами вскрывать чемодан, не ломая и не нарушая целостности ваших вещей. В дешевых чемоданах они не присутствуют, а вот в премиум-классе и более дорогих чемоданах они есть, и ключей мы не даем. То есть ключи только у таможенных служб. А от вашего кодового замочка, ну, мы рекомендуем, конечно, пользоваться, да, и рекомендуем не забывать коды, потому что есть случаи, когда люди хранят вещи на зимний период, а к весне они уже забывают, что они там закодировали. Зачем кодируют, я не знаю, но вот это есть. И нам приходится сталкиваться с тем, что мы ищем людей, которые ну, открывают, вот они подбирают эти цифры и открывают эти чемоданы. То есть, да, кодовый замок – это как одно из преимуществ безопасности в поездке. Что хочется сказать для людей, которые выбирают чемодан. Вот по опыту продаж, мы уже более 15 лет, да, продаем чемоданы, все-таки вы должны понимать, что чемодан, он имеет свойство ломаться. Поэтому все-таки вы нагрузили, он облегчил вашу жизнь, он разгрузил ваш позвоночник, он выполняет прекрасно свою миссию. Поэтому, пожалуйста,
Если ручка выдвижная, то за нее только перевозите. Если есть ручки, которые нести, вот за них везите. Если где-то приподнять его нужно, ну, пожалуйста, помогите ему. Потому что, когда люди пользуются неаккуратно чемоданами, потом они где-то у них там ломаются, конечно, это расстраивает. У меня был такой випадок, я спостерігала справжнє кладовище валіз. В Єгипті є така властивість, і туристи везуть додому манго. Вони купляють там обов'язково дешеву валізу, щоб поскладати купу манго. І до літака не всі манго доїжджають, бо всі ті дешеві валізи ламаються. І там справді біля терміналів справжнє просто кладовище таких валіз. Да, вот поэтому очень большая просьба быть повнимательнее, потому что я очень много езжу, и когда в аэропорт приезжаешь или на ЖД вокзале, ты наблюдаешь, как люди тащат, пихают ногами их. То есть я понимаю, что может есть такая необходимость, но тогда, пожалуйста, имейте в виду, что чемоданы любой марки, супердорогие, они все равно имеют свойство ломаться. И второй момент, который бы хотелось бы все-таки пожелать в период путешествия, чтобы не омрачать, да, вот радость от поездки. Когда вы его упаковываете, то, пожалуйста, вот очень много в интернете пишут, что пластиковые чемоданы имеют свойство перевозить ваши виски там дорогие или которые вы туда упаковали. Упаковывайте все-таки их бережно, то есть, может, там полотенце, дополнительную какую-то ткань, потому что при падении, да, все равно этот виски ударяется о пластик, и все равно бутылка разбивается, и духи бьются, и пиво даже взрывается в чемоданах. Поэтому, пожалуйста, при упаковке чемоданов все-таки аккуратно. Это зараз невеличкий секрет, а знаете, как увезти в Оману працівників аэропорта, як що провести. Ну, це було так. Трошки від теми ми відійшли. Не вживайте алкоголь. А насправді, давайте підбивати з вами підсумки. Як ви сказали, купа сьогодні реально корисних порад. Все ж таки треба визначитися із метою. Ця валіза нам для якої поїздки вона нам потрібна. А потім нам потрібно знати, що ми будемо тоді класти. І, звичайно, дуже обережно ставитися до валізи. І тоді вона прослужить як можна довше. Не треба її перевантажувати. Їй теж важко. Якщо що. Дякую вам, пані Олю, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, нагадую, з нами в студії була експертка з вибору валіз Ольга Знахуренко.